Всем доброго дня, дорогим моим подписчикам и гостям моего канала. Друзья, вот смотрите, здесь у меня в этой грядке растет чеснок. И как мы видим, он начинает желтеть. Я уже ему делала подкормку аммиачной селитрой. Он хорошо прям вырос, поднялся. Это озимый чеснок с прошлого года. Он посаженный у меня. И что нам теперь нужно сделать, чтобы наш чесночок стал зеленым, пришел в норму? Нам нужно его обязательно сейчас подкормить. Предварительно его нужно полить чистой отстойной водой, чтобы земля была влажная. Ну а теперь мы будем его подкармливать. Будем подкармливать его специальным нашатырным спиртом на 10-литровую лейку. Мы наливаем 2 столовых ложки нашатырного спирта, чтобы не выдыхался, сразу скручиваем. Здесь инструкция, кому интересно почитать, можете нажать на паузу и прочитать, для чего нужен этот нашатырный спирт. Он специально идет для огорода и сада. Вот теперь мы быстренько размешиваем наш нашатырный спирт и прям по листу начинаем наш чесночок. Он будет у нас зелененьким. Вот такая подкормочка очень необходимая для чеснока, чтобы он не желтел. Кто-то поливает под корень, а потом еще делает опрыскивание. Но слейте, мне кажется, сразу 2 в 1. Вот такая подкормка прекрасная для чеснока. Советую вам сделать, если у вас такая же проблема, начинают желтеть и кусочки чеснока. В общем, друзья, вот такой вот небольшой обзор. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Сад Огород. Всего вам доброго.